Уже добрый практически вечер у нас. Последние доклады этой конференции и единственный доклад, который у нас посвящен по бизнес-анализу в этой серии. Ну, если кто-то не был на моем первом докладе или не знает меня по другим мероприятиям, зовут меня Андрей Коршиков, являюсь MVP по SQL-серверу, как раз основная специализация именно бизнес-анализ. Ну и, собственно, давайте не затягивать, перейдем к теме доклада. Немножко истории. Мы говорим про анализ и сервисы. А кто с ним не работал ни разу, с аналитическими кубами? Остальные все работали, видишь, там один. Ну, если немножко окунуться в историю, помните, это появилось еще у нас в SQL Server 2007. Тогда Microsoft купила, ну, перед выпуском этого SQL Server, Microsoft купила небольшую израильскую компанию, у которой был, собственно, движок для анализа services. И для чего он был нужен? Если мы говорим об обычных там OLTP-системах реляционных, то они заточены на то, чтобы быстро менять данные. Да, поэтому у нас здесь появляется понятие нормализации, то есть мы заводим справочники, чтобы поменять какие-то данные там, один раз, да, в справочнике, чем во всех строках менять. А OLAP кубы были заточены по то, чтобы быстро строить отчеты, чтобы быстро делать запросы и получать данные для отчетов у нас. Были некие изменения там, в 2000-м, поменялось в 2005-м, SQL Server стал это и назад по-другому, движок немножко изменился. И дальше особо больших изменений не было. Большие изменения появились в 12-м SQL Server. Появился так называемый Table Mode. Анализ сервиса с Table Mode, табличный режим. Но этому предшествовало одно небольшое событие в 2010 году. Это был Power Pivot. Кто не слышал про Power Pivot? Про него слышали. А кто с ним не работал? Ну, побольше, большинство не работало. Но мы к нему пойдем еще. То есть пока просто на заметку складываем себе пару пивот. Немножко про кубы. Ну, в принципе, тут практически все работали, да, немножко освежаем для тех, кто вот нас слушает там онлайн, да, может быть, кто-то это не знает. В чем у нас как бы идея и проблема? Что у нас есть, если мы говорим, например, о продажах, есть какой товар продавался, кем продавался, когда, там, кому и так далее. То есть появляются некие так называемые измерения. И в основе всего лежит некая таблица факта, собственно, о факте этой сделки, да, где вот есть, там, допустим, количество и цена, по которой была сделана эта продажа, и дальше привязаны к другим табличкам у нас информация. И таким образом из разных измерений, их у нас много, получается некий такой n-мерный куб. То есть всегда изменения обычно, типичная ситуация, там больше трех, поэтому мы говорим об n-мерном кубе. И у пользователя, у аналитика возникает вопрос не о конкретной сделке, да, их интересует, например, в срезе там, года. А давайте мы посмотрим вот велосипеды в 2009 году, а как они, сколько их было продано. А давайте посмотрим тебе в срезе там, кварталов или в срезе месяцев. Да? Некие агрегированные данные их интересуют. И если бы мы такую систему реализовывали на обычной реляционной базе данных, то у нас было бы там запрос с кучей джойнов этих соединений таблиц разных, и было бы это значительно дольше отрабатывать, если бы мы не использовали анализы services. Ну, теперь вот вернемся к Power Pivot. Что он нам позволял сделать? Да? Это была вначале надстройка для Excel 2010 отдельная. В 2013 Excel это уже встроено, его просто нужно галочкой активировать эту настройку. Она позволяет нам создать некую модель данных внутри Excel-овского файла, собрать в нее данные из различных источников и различных в плане, как бы, скажем, своего происхождения. Да? Часть для, там, из SQL Server, часть из Oracle, часть из текстового файла. Получить некий набор табличек, сделать связи между ними, связать как-то там по каким-то ключам, соответственно, должно быть. Причем это все мог сделать некий такой там продвинутый пользователь, который понимает, что вот есть табличка, вот связи, вот по вот этим полям можно делать связи там прямо мышкой их в дизайне это все производить. И на основе этой модели аналитик мог работать с знакомым ему инструменте в Excel, работать там обычно со сводными таблицами, сводные диаграммы и так далее. То есть если мы, ну, плохо здесь далеко не видно, ну, вот это как раз таблички и поля из модели Power Pivot, которая создана. Причем в чем еще было некое преимущество, кроме того, что собирались данные из разных источников, кроме того, у нас снималось ограничение на количество записей, которые мы могли хранить в Excel. В этой модели, как бы оно было не ограничено, ну, практически там не ограничено, было ограничение только
в объеме оперативной памяти, который был у пользователя, потому что данные все эти хранились, собственно, в памяти, обрабатывались в операционной, и было ограничение на размер самого файла. Сам Excel-евский файл может быть не больше 2 гигабайтов. Но там использовался очень такой хитрый движок, механизм сжатия, поэтому реально в эти 2 гигабайта можно было засунуть значительно больше. Мне сложно представить там вот файлик размером Excel-евский файл в 2 гигабайта, как он будет, и сколько ему надо оперативной памяти, чтобы это все дело еще и развернулось и нормально работало. Да? То есть можно считать, что это было вот, как бы, неограничено уже по сути. Можно было обращаться к данным модели PowerPivot через стандартные функции Excel, работы с кубами. То есть мы из Excel можем уже подключиться к обычному LabCube, классическому, к нему есть соответствующие формулы. Но теперь вместо имени куба у нас выступала эта модель PowerPivot. Например, вот эта картинка, я в начале, вот когда рассказывал, делал доклады про PowerPivot 4 года назад, я убирал верхнюю шапку и спрашивал, а в какой программе сделано. То есть никто там не мог угадать, что это все-таки был Excel здесь сделано. То есть там на самом деле просто скрыта линейка, сетка, полупрозрачная картинка, и там, где мы видим здесь цифры, это просто стоит формула, обращение идет к PowerPivot. И с использованием срезов, ну это механизм, который появился у нас в Excel недавно. Ну и, собственно, на основе того движка, который был в PowerPivot 4 года назад, тогда он назывался Vertipack, позже он был переработан, был расширен и стал использоваться еще в двух технологиях, и стал он просто по-другому называться там X-Velocity, не его расширили. Он стал использоваться в column store индексы. Это отдельные виды индексов, как раз они заточены, опять же, для аналитиков, для того, чтобы более быстро получать данные. Они там сейчас все равно развиваются, изменяются. Ну и этот же движок был заточен, появился, вот, использован для создания analysis tabular в табличном режиме. То есть весь упор сейчас идет, как если вы заметили, в SQL Server, это работа с памятью, вот это направление in-memory, да, чтобы все возможные вычисления, все это перекинуть в оперативную память, а не задействовать дисковую подсистему. Вот это было сделано 4 года назад. И хочу немножко отдельно остановиться на концепции BI-Semantic Model. В чем суть? В любой организации, практически, ну, более-менее крупной, можно выделить некие три уровня BI. Есть так называемый персональный, то есть там, ну, если мы говорим опять же о продажах, там пришел менеджер, он там на планшете, на телефоне, он может подключиться там, к отчетам именно по нему, по его контрагентам, с кем он там работает и так далее получить. Есть командный уровень. То есть, может быть, разные менеджеры делают некие отчеты в Excel и потом загружают в какой-нибудь там портал, ну, если мы говорим о Microsoft, то это в SharePoint. Да? Они их публикуют, они доступны для всех пользователей. И организационный уровень, это как раз здесь, опять же, может быть задействован SharePoint, Performance Point Server, аналитические кубы, уже обычные, multi-dimension, ну, теперь уже это обычными можно, да, называть, да, классическими кубами. Вот эти три уровня есть. И как раз концепция BI-Semantic Model покрывает все эти три уровня. Ну, давайте вот, вот так на этот слайд. Если помните, когда-то раньше для BI, Microsoft, был так называемый BI-гамбукер рисовался. Снизу были источники данных, сверху получатели информации, и здесь был reporting services, там integration services, analysis services, три кита, да, без аналитики от Microsoft. Здесь немножко уже поменялось. От старого analysis services остался вот эта часть, ну, как раз связанная с хранилищем данных, язык запросов MDX, у нас multi-dimensional expression, да, использовались. И теперь